Активисты Одинцовского отделения «Единой России» ликвидировали стихийную свалку на окраине леса в деревне Салманово. Как рассказал руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, поступил сигнал от местных жителей о том, что неустановленный грузовик со строительным и бытовым мусором проехал в сторону лесной полосы и высыпал отходы вблизи опор линии электропередачи. Волонтеры взяли обращение в работу, выехали на место и очистили территорию. Мусор был отправлен на сортировочный полигон.